Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. У нас закончился турнир, и забираем с вами наши награды. Лига мастеров 3 звезды, не меньше. Микеланджело ролевой, так и 75 платиновых осколков. Плюс еще здесь наградушка. И помимо этого мы еще с тобой покупаем вот что. Опа, нормалек. Так, здесь забрали. Сразу в магазин откроем бесплатно пак. Замечательно. Так, дальше что у нас там идет по планам? По планам, друзья мои, у нас идет буст. Да ладно, кунаичи. О, ребятушки, кому-то повезло. Кунаичи вообще редко выпадает где-либо. Поэтому попытайтесь пройти это событие. Если кому-то нравится кунаичи, то это ваш шанс. Ну а я пошел сразу в бой. Как говорится, у нас на часах 3:07. То есть событие только-только началось. Поэтому буст, если нам повезет, будет великолепен. Но это если нам повезет. А с моим везением мы прекрасно все знаем. Нету у меня, нету. Но я постараюсь. Пока сейчас всех будем с одного удара уничтожать. Так как мы тут для этих ребят просто перекачанные. У них шансов здесь, естественно, нету. Да и в принципе буст... На то он и буст, чтобы не давать противникам никакого шанса здесь на выигрыш. 11-12, отлично. Попробуем каждый поединок увеличивать по одному хотя бы кубку. Если будет вот так идти с таким темпом, то возможно у нас все получится хорошо. Так, сюрикены. Блин, думаю, что мне... Что я забыл? Я забыл надеть очки, блин. Опять начинают глаза болеть. Так... Надеваем. Да, в этих очках я бы не сказал, что прям офигенно. Они, блин, они затираются. И в них еще хуже почему-то мне. Так, 12-13. Раз, два. Но уже 4 персонажа, ребят, несмотря на то, что это только лишь третий поединок. У нас уже 4 бойца. Как тебе такой расклад? Нормально? Вот именно об этом я всегда и говорил, что... Если буст зайдет, то можно очень даже круто повыситься за короткий промежуток времени. Ну что, идеальная победа. Погнали. Так, уже, ребят, уже вылети. 12-13, попробуем найти. Ну, 13-14, конечно, вряд ли, но я постараюсь, нет. Что-то... Вот. 12-14. Раз, два, три, четыре. Погнали. Ну-ка. Минус. Давай, одним баллончиком всех сможешь ушатать, а? Молодец, ну хоть где-то у него, ребят, что-то получилось. Он обычно никогда никого не добивает. Всегда как этот прохиндей бегает. Элита 2 звезды, 100-е место. Блин, это говорит о том, что, ребята, мы дальше... Дальше не продвинемся сразу на целый ранг. 12-14. Опа, 13-15, отлично. Раз, два, три, четыре, пять. Но это надо еще постараться, ребята, перелететь. Аж 100 ступенек. Ну, вряд ли. Так, надо Пита убирать отсюда. Угу. Так, попробуем убрать теперь Мондагека. Да. Не получилось. Тыщ, Донни просто получил этой шипованной дубиной в лицо. Эй, ну что это за удар такой детский был, а? Все, прошли, сейчас посмотрим. Ну, будет где-то, наверное, 10 или 20 позиция. Мы вряд ли сразу перелетим. Угу. 13.
В общем, 13-15. Понятное дело, что мне не дадут, ребята, сейчас ранг выше по кубкам даже. Только после этого 13-15, это значит будет 13-16. Ну, это на следующей партии надо будет выискивать. Поехали. Так, ушатал. Да ладно, а если так сделаем? Нифига, да? У них 34-33 уровень, у нас 56. Ну, в принципе, ребят, в принципе, они, да, им должно хватить хп на 2 удара. Они, в принципе, это подтвердили. Ну, а мы в элите 3 звезды, 39 место. 13-16, вот о чем я тебе и говорил. Раз, два, три, четыре. Дайте мне массового какого-нибудь, чтобы с одной плюхи их вырубать. Они, главное, мне что убивают, шары катятся. Они перепрыгивать стали тогда, когда шары уже прокатились. Давай массовую. Угу. И добивка, скорее всего, сейчас будет. Все, ребят, прекрасно. Ну что, самураи 14-17. Раз, два, три, четыре, пять. Семидесятника взял, ой, ё-моё. Но он сейчас с одной плюхи их вырубит всех. Я имею в виду про Шархана. Не всех. Далеко не всех. Практически вообще никого, кроме одного. Так что хвалёный Шархан не особо здесь хорошо справился. Ну, если бы он был соткой, да, конечно бы он вырубил бы всех. Так, а мы уже в самураях две звездочки. Опять сотая позиция. Так, 14-17 было, ну, 14-18, воу, нашли. Раз, два, три, четыре, пять. Змея-караечка пойдет у нас. Ну, погнали. Ой, не то сделал, ребят, не то, надо было массуху, зачем я нажал, ай. У Рокола вот этот удар, ребят, к сожалению, пока не прокачанный. Вот эта массовая атака, которую мы использовали, она не прокачана. Была бы она прокачана, было бы круто. Сплинтер, я смотрю, здесь еще вообще, ребята, ватник. У него даже нет контратаки. Вот так вот. Потому что он не контратаковал, когда мы бомбили. То есть, слава, прокачанный. Так, 43 место. 14-18, да? Раз, два, три, четыре. Ну, давай Джастина возьмем. Я уж думаю, Джастин-то здесь справится, ёк-макарёк. Против сороковников-то. Сейчас еще Шреддер тут немножко поможет. Угу. Дин-дин-дин-дин, свой супер танец. На уклонение, давай запах изо рта. Есть. Опять же чисто взял левлом. Он сотово, ой, какой сотово. Ну, он хорошо прокачан, ребят. По отношению к нашим противникам он был хорошо прокачан. Все, может, хорош, давай 14-19. Или сколько там, 15-19 должно быть, по-моему. Должно быть так, но не дадут. Ай-яй-яй, обидно. Обидно, досадно, ну ладно. Да ну, серьезно что ли? Не дадите мне 15-19, эй. Я же перешел как бы в другой ранг. Нифига не дают. Ай, ну ладно. Не дают.
Давай бомбочку. Одной бомбочки им хватило, чтобы они все заткнулись в одночасье. 37 место. И сейчас не дадите, да? О, 15-19, вот он, ребята, есть. Нашел, надыбал, так скажем. Давай возьмем Усаги. Ну, тут даже, ребят, не обсуждалось. Тут, само собой. Причем двойная атака упала почему-то на Бакстаромуху. Вот она нужна была, ему спрашивается. Ну что, друзья, вот и сёгуны у нас. Вот мы уже и на сёгунах. Так, я хочу сейчас попробовать 15-20 найти. Правда, мы только перешли, но тем не менее. А он болтыкается. 14-18, 15-19. 15-20, наверное, не дадут. Не, вообще ни в какую. Блин, ни в какую, ребят, не хотят. Ладно, ну придется соглашаться, но что делать. Раз, два, три, четыре. У нас уже семидесятники. То есть тут последние приготовления у нас к завершению поединков. Очень мало боев мы сейчас сыграем. Но посмотрим сейчас мы перейдем. Вот если мы сейчас перейдем на сёгуны, две звезды, это уже будет хорошо. Ну, вряд ли. Да, по два поединка придется тратить. Вот, 15-20. Раз. Так, 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 так. Ну, поехали. Кто-то сомневался, что Леонардо всех порубит? Я лично нисколечко. Итак, все, ребят, сёгун, две звезды, 98. То есть еще два поединка сразу, ребята, отсюда вырубаем. Два поединка — это чтобы на три звезды попасть. И два поединка, чтобы там перепрыгнуть. Но до Лиги Мастеров, я думаю, не получится добраться. И слишком много, ребят, вот этих вот пропусков у нас было. Слишком много игр играл с одинаковым количеством кубков. Я должен был каждый поединок прогрессировать по одному кубку. Я уже говорил, там, например, сегодня 15-20, на следующем у нас должно быть 15-21 и так далее, так далее, так далее. А у нас как минимум, по-моему, три поединка было со старым количеством кубков. И вот сейчас даже не хотят они мне давать. Вот не хотят. Я пытаюсь, но нет, не дают. И сделать я ничего не могу, ребят. И вот этим самым они мне запарывают поединки. Кто там у нас? На тебе. Стоит там. Выжидает, вынюхивает там что-то непонятное. Так, ну что там, наверное, 40-я, 50-я? 56-я. 56-я даже, ё-моё. Ну вы что-то вообще захандрили, ребятушки. Это уже не в как... О, все, тут остался шапочный разбор. В общем, ребят, сёгун 3 звезды, только максимум, что я увижу, но к Лиге Мастеров даже не прикоснусь. Хотя начал играть практически на сам, ребят, откате. 5 минут, я думаю, роли особо сильно не сыграли. Бедняк, бедняк, конечно, в этом плане. Ну, о чем я не говорю? Ну что, последний поединок у нас получается, да? Тут, в принципе... Последний, ну и там вдвоем они отыграют. Ну, да, Лига Сёгунов, 3 звездочки и все. А ранг будет где-то 80-й. И то в лучшем случае. Давай, Армагон, наказывай их всех. Тут
Даже не сомневался, что все произойдет быстро и аккуратно. Ну давай, еще мне вот это вот будет сейчас тут. Нет соединения, подключения. Так, ребят, ну что, Лига Сёгунов, 3 звездочки у нас взято. Ну слушай, уже 71 ранг. Ну, думаю, ну платишок не возьмем. Двумя персонажами платишок не возьмем. 60 ранг будет, скорее всего. Такие вдвоем. Тут маузеров будет, наверное, одних достаточно, чтобы отдуплились эти ребятушки. Вот и все. Вот и сказочки конец. Кто слушал, молодец. 65-й. Так, ну что у нас там по заданиям? Сразиться, пройти серию испытаний. Пойдем пробежимся по серии испытаний. Оу, так у нас мы заходим на второй, ребята, круг. Получается, да? Мы заходим на второй круг. Давай бомбочку. Вот консервная банка выпендривается, а ты посмотри. Готово. Вырубили. Ну что, гранату, наверное, бросим. Так, вот здесь училку вырубим. Так, взял провокацию. Сам не знаю зачем, но пускай будет. На тебе. Зря ты это, парень, делаешь. Ну куда ты прыгаешь? Ну куда ты прыгаешь, щегол? Так, этого размозжили. На. Блин, я думал, Ванька пробьет его. А нифига не пробил своим кастетом. Хотя он 80 уровня противник. Собрать. Так, ну что, пошли в поединке теперь. Здесь ищем мы на Кунаичи, да? Хотя уровень поднимать надо Пиццелицуму. 78 уровень Пиццелицы зарабатывает. А на Кунаичи мы ищем по скиллам. Четвертая ступень. Так, кошечка Минако. И не выпала вообще ни одна. Так, один. А сколько там? 6 надо было, да? 1, 2. Тяжело что-то находится. Так, 3. 4. Ну, давай. Не тупи. Да ладно, ну ты серьезно, да? Конечно, я понял, ребят. Так, по-моему, все, да? Нет, не все. Еще нужна одна. Ладно, это мы уже потом сделаем. В магазин мне идти не надо. Так, а фармить мне жетоны не надо, ребята. Поэтому на фарм я не иду. Все. У нас в серии все короче. Да, Армагон? Сам согласен? Я у него там... Он еще и захомячил. Просто разорвал какой-то там дрон и его съел. Так, ну что, дорогие друзья, на сегодня тогда все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.